Прогулки лучше отложить. Морозы вернулись в Московскую область. В ближайшую неделю температура воздуха опустится до минус 20. Местами пройдет небольшой снег. Таких морозов, как нынешние зимой, в столичном регионе не было почти 10 лет. Советами, как согреться в холодную погоду, поделились жители округа. Танцуйте и сразу же согреетесь. Двигаться надо. Движение – это жизнь и тепло. Мы белье надо купить. Вот, и одну кофточку, и брючки. Все, больше ничего не надо. Самое главное, термобелье надо покупать. Ну, во-первых, горячий чай или кофе. Во-вторых, найти интересного попутчика. Если одинок, вышел вокруг дома, побегал, домой зашел, согрелся. Как согреться? Чаем горячим, вареньем. Ну, на улице теплее одеваться надо. У меня кофточка одна и жилетка трикотажная, и вот шубка. Варежки теплые, у меня руки мерзнут, больное место. И сапожки должны быть не кожаные, а вот такие войлочные, или валеночки, или там замш, например. Надо на лыжах ходить на стадионе. Вот я с утра хожу на лыжах. Не надо активно жить, и все. Одеваться можно поменьше. А пешеходам и водителям советуют быть внимательными на дорогах. Синоптики предупредили о возможной гололедице.